Всем привет, дорогие друзья, с вами Енот, и это клуб «Мир в коробке». Мы продолжаем распаковывать дополнение к Дикситу, в данном случае это восьмое дополнение с промокарточкой. Вот такая вот промокарточка. Сейчас мы ее вытащим из зип-блока и узнаем, какая она. Что же, почему она такая? Ну, из стандартной бумаги, может даже немного косая, кривая. Сейчас я покажу, вот вблизи, надеюсь, видно, и вот так вот. Есть. Это была промокарточка, и теперь само дополнение. Вот так вот оно выглядит. Сейчас сюда мы его покажем. Вот так вот. И обратная сторона. Ну, описание на нескольких языках. И вскрываем. Не взрываем, а вскрываем коробочку. Мой товарищ все коробки взрывает, так сказать, срывая с них пленку. Нет, я за свои переживаю, чтобы коробочка, не дай бог, не затерлась, потому что это игротичный фонд. Вот, все-таки хочется, чтобы люди брали в руки красивые, аккуратненькие, новенькие коробочки, а не затертое, убитое что-то. Итак, в коробочке нас встречает правило и две колоды карт, да? Две колоды карт. Вот они. Та-дам. Надеюсь, все. Так, рубашка стандартная. И приступим, узнаем же, что внутри. Все карточки не буду показывать, это бессмысленно долго, да и тем более всегда можно найти в гугле, я думаю, весь список карт, но вживую посмотреть на некоторые из них мы сможем. Вот такие вот совой с парнем, с лабиринтом, напоминающий лабиринт Гарри Поттера, вот с четырехухим гоблином, друзья, опа! Ладно, смотрим дальше, собачки, ну, собственно говоря, стандартная для Диксита, необычная нарисовка, друзья. Так, это была первая колода карт, теперь вторая. Оп. Оп. Это тяжело пошла. Вот, на самом деле удивительно, что они не падают ничего интересного, ничего дополнительного, дополнение за столько лет. Вот, аж столько карт. Все еще их по-прежнему, да, 84? Да, по-прежнему 84 карты. Вот так я их веером. И сейчас видим дальше. Так. Так. Так, и так. Вот. Собственно говоря, такая маленькая мини-микро распаковочка Диксита. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш Facebook, ВКонтакте, Instagram и Тесеру. Всем спасибо, всем пока. Удачи!